Итак, поговорим о простейших. Какая особенность у простейших животных? Ну, во-первых, помним, что простейшие – это животные. К ним будут относиться всякие там амебы, эвлены, инфузории. Подробно я вам расскажу, кто это такие. Но это никакие не бактерии, не растения, а именно животные. Но их особенность в том, в чем они отличаются от других животных, тем, что они одноклеточные. У них тело состоит из одной клетки. То есть у них клеточный и организменный уровень совпадает. Итак, ну, сначала стоит сказать, что простейшие включают в себя несколько классов. Первый – это класс саркодовые, это амебы. Второй класс будет инфузорные. Ну, вот они примерно так будут выглядеть. Инфузории, туфельки. Инфузорные. И жгутиковые. Это эвглены. Ну и, конечно, тут на рисунке его нет. Это споровики. Это малярийный плазмодий. Про каждого из них я вам расскажу максимально подробно дальше. Итак, класс саркодовые. Что к ним относится? К ним относится амеба обыкновенная и амеба дизентерийная. Ну и еще много кто. Амеба обыкновенная, она обитает преимущественно в пресных водоемах. Она не причиняет никакого особого вреда человеку. В отличие от амебы дизентерийной, которая способна обитать в кишечнике человека и вызывать симптомы, такие же, как и при дизентерии. Ну, то есть она однозначно будет паразитом. Угу. Итак, какие же особенности есть у амебы? Вы заметите, что у каждого класса есть какие-то такие фишки особые. Так вот, у саркодовых, у амеб, это то, что у них тело не имеет формы, не имеет постоянной формы. В общем, оно выглядит как капля. И постоянно оно так вот растекается, перетекает. У них вот образуются такие ложноножки, вот эти вот выпячивания цитоплазмы. И они периодически могут исчезать, появляться заново. Поэтому ложноножки еще называют временными органоидами. Временными органоидами. Кстати, в ЕГЭ был такой вопрос. Были перечислены разные структуры, и нужно было выбрать именно временные органоиды. И вот среди них были ложноножки. И нужно было выбрать постоянные, а ложноножки, в общем, не нужно было отвечать. Я уже точно не помню, как он звучал. Но вы поняли, что запомните этот момент. И что еще есть у амебы? В общем, это будет такая капля, она будет уплотняться к краям, внутри нее будет ядро. В ядре находится генетическая информация. Ну, в любом ядре всегда находится генетическая информация, и амебы, скажем так, не исключение. Также у них есть сократительные вакуоли. Они будут у всех простейших. Их самая главная функция заключается в том, что они выделяют лишнюю воду. То есть это выделение избытка воды. Избытка воды. Так, и вот здесь вот этот пункт, вот он. Есть сократительная вакуоль, выделение лишней жидкости. И есть пищеварительная вакуоль, с помощью которой они переваривают вещества, которые попали к ним в клетку. Как вещества попадают к ним в клетку, это вообще интересная история, сейчас я вам это расскажу. В общем, пищеварительные вакуоли занимаются пищеварением, это легко запомнить, они содержат внутри пищеварительный фермент, гидролитический фермент. А сократительный вакуоль выводит жидкость. Это запомните, это очень важно. Теперь также, каким же способом, может быть, кто-нибудь знает и сможет написать в чате, питается амеба. Здесь. Так. Кто напишет, каким способом может питаться амеба? Фагоцитоз, совершенно верно. Но, точнее сказать, фагоцитоз и пиноцитоз. Фагоцитозом она поглощает твердые частицы, а пиноцитозом она поглощает жидкие частицы. Как это происходит? Допустим, вот находится амеба, и здесь лежит ее потенциальная жертва, которую она собирается сейчас съесть. Она окружает ее своими псевдоподиями, они же ложноножки,
и они вот так вот замыкаются. И таким образом ее жертва, бактерия, например, какая-нибудь, оказывается уже внутри амебы. Этот процесс поглощения называется фагоцитоз. После этого вот этой вот частички пищевой, которую она поглотила, подходит пищеварительный вакуоли и выбрасывают свои ферменты. И ферменты начинают расщеплять и разжижать, как вам угодно, саму вот эту жертву. И в итоге уже поглощается всей клеткой. Так происходит процесс пищеварения у амебы. То есть если это были твердые частицы, фагоцитоз, жидкие частицы, пиноцитоз. Так, вот, это мы этот пункт обсудили. Пищеварительный вакуоли я вам тоже объяснила. Ложноножки, нет постоянной формы тела, одноклеточное животное. Размножается делением надвое. Ну, это легко. Вот есть одна амеба, и она поделилась, получилось две амебы. Это можно нарисовать так. Вот одна амеба начинает растягиваться и делиться на две амебы. И в итоге получилось две штуки. Ну, просто поделились надвое. Это самый элементарный процесс. Дальше. Как и все простейшие, переносят неблагоприятные условия в виде цисты. Вот, этот момент не путайте. Если бактерии переносят неблагоприятные условия в виде споры, то простейшие в виде цисты. Это важный момент. Часто спрашивают. Это не только амебы, вообще все простейшие. То есть и глены, и все остальные. И теперь раздражимость у них проявляется в виде таксиса. Вот что такое таксис? Вот этот термин тоже вообще запишите себе и запомните. Это такой тип раздражимости. Вот у них нет нервных клеток. Да? Какие у них клетки, если они сами одна клетка? Но если, например, возле какой-то амебки насыпать соли или капнуть кислоты, она чувствует, что тут химически что-то не так. Она начинает просто уползать подальше в более комфортные условия. Этот процесс раздражимости, ответа на воздействие внешней среды, называется таксис. То есть таксис еще можно назвать реакция на воздействие внешней среды. Таким образом. Также если микроиголкой задеть амебу, она тоже вся съеживается. Это тоже пример таксиса. То есть пока у нас нет нервной системы эволюционно, она еще не появилась, у них будет таксис. Запомните слово таксис, таксис, таксис. Итак, это про амебы, это все. Теперь класс жгутиковые. К ним относится эвглена зеленая. Помните, я вам вначале сказала, что у каждого этого класса будут свои какие-то фишки. У амебы это была непостоянная форма тела, а у жгутиковых это будет то, что у них есть свои собственные хлоропласты. Вот, у них есть свои собственные хлоропласты. Представляете, у животных тоже бывают хлоропласты. И за счет хлоропластов они способны к какому процессу, напишите мне в чате, за счет какому процессу способны глены благодаря хлоропластам. Фотосинтез. Совершенно верно. Фотосинтез. Умнички. Итак. Но, однако, они так же, как и животные, способны питаться гетеротрофно. То есть на свету, если есть свет, они будут питаться с помощью фотосинтеза, сами создавать себе органические вещества. А в темноте они ведут себя, как все животные, просто поглощают питательные вещества. Таким образом, они и гетеротрофы, и автотрофы. Такой способ питания называется миксотрофный. Вот. Они способны фотосинтезировать на свету, а в темноте питаются гетеротрофно. Поэтому они миксотрофы. Такой способ питания называется миксотрофный. Он встречается только в глене зеленой. Больше нигде вы это не встретите. И вообще, это единственное животное, у которого есть хлоропласты. Ну, оно тоже одноклеточное. У него есть ядро, вот оно синенькое, хранит генетическую информацию. Есть сократительный вакуоль. Вот здесь не нарисовали, но давайте нарисуем. Сократительный вакуоль. Что делает сократительный вакуоль? Выводит лишнюю жидкость.
Есть пищеварительные вакуоли, точно так же принимают участие в гетеротрофном питании, то есть расщепляют какие-то органические частицы внутри клетки до более простых. Есть хлоропласты, мы это уже сказали, вот они зелененькие. У них есть один жгутик. Вот. Не перепутайте, пожалуйста, эвглену зеленую с хламидомонадой. Это вообще, кстати, любимое занятие у абитуриентов. У хламидомонады два жгутика. У них не хлоропласт, а хроматофор. Ядро, но тоже есть красный светочувствительный глазок. Хламидомонада, в отличие от эвглены, более круглая, и она водоросль. То есть все, хламидомонада вообще не подходит, это не животное. Эвглена, она более вытянутая, у нее только один жгутик. И она есть, она имеет свой красный светочувствительный глазок. Вот он красненький. Для чего он нужен? Она чувствует, где свет. Вот этим глазком чувствует, где свет, и старается с помощью жгутика переместиться поближе к свету. Для того, чтобы побольше нафотосинтезировать и создать себе питательные вещества. Так, красный светочувствительный. Переносит неблагоприятные условия в виде цисты, как и все простейшие. Это частый вопрос, это просто нужно помнить. Если вы это вспомните на ЕГЭ, вы там свой балл за это урвете. А если забудете, то потеряете. Поэтому что надо сделать? Надо просто запомнить. У простейших неблагоприятные условия цисты. И не перепутать с бактериями, у которых неблагоприятные условия переносятся в виде спор. Размножение делением надвое. То есть то же самое, что и было у амёб. Была одна эвглена, разделилась на две эвглены. И раздражимость аксис тоже. Про это я уже вам сказала. Реагирует на внешнюю среду. Вот это все, что вам нужно знать про жгутиковые. Жгутиковые, кстати, почему они называются? Потому что у них есть жгутик. Так. Дальше будет класс ресничный или инфузорий. Вольвакс, у них нет хлоропластов. У вольвакса есть хлоропласты, но вольвакс... Так, но вольвакс — это колониальное жгутиковое. Оно состоит из множества маленьких, похожих на эвглен. Да? Кстати, хорошо бы вам картинку. В общем, найдите вольвакс, посмотрите, как он выглядит. У него есть хлоропласты. Он зеленый. Он действительно зеленый. Так, теперь класс ресничные. К ним относятся инфузории. Еще этот класс называют иногда инфузорные или просто класс инфузории. То есть и так могут сказать. Основной представитель — это инфузория туфелька. Почему она называется туфелька? Потому что она похожа, немного похожа на башмачок, на туфельку по форме. Ну, это если включить воображение. Класс ресничный, потому что вы видите, что она вся усыпана ресничками. Реснички выполняют функцию передвижения. То есть она с помощью них передвигается. Помните, да, правила? У них у всех есть какие-то свои фишки. Амеба — непостоянная форма тела, эвглена — миксотрофный способ питания. А у инфузорий есть два ядра. У них не просто ядро, у них два ядра. У них есть большое ядро. Его еще могут назвать макронуклеус, но очень редко используют этот термин. Макро — это большой, нуклеус — это ядро на латинском. И малое ядро, микронуклеус, вот видите, большое и малое. Большое — оно самое главное, оно регулирует все процессы жизнедеятельности, отвечает за регуляцию жизнедеятельности. То есть выведение жидкости, поглощение чего-то — это все делает большое ядро. На него ложится очень много функций. Если бы не оно, то инфузория вообще существовать не может. А вот малое ядро, оно отвечает всего лишь за одну функцию, но тоже очень важное. За половое размножение. Вот. Ну, это легко запомнить. У маленького всего одна функция — половое размножение, а большое отвечает за все остальное, за жизнедеятельность, чтобы вы их не перепутали на ЕГЭ между собой. Обязательно отметьте это у себя в голове. Дальше сократительные вакуоли выводят лишнюю жидкость. Вот сократительные вакуольки. И как здесь они, кстати, имеют, видите, такие особые протоки. И в итоге создается впечатление, они похожи на такие солнышки.
Ну, вот, можете так их запомнить, что если вы имеете такие солнышки, это точно инфузория. Как выглядит у них сократительные вакуоли? Они тоже выводят лишнюю жидкость, как и всегда. Есть пищеварительные вакуоли, вот, например. Они содержат ферменты, которые расщепляют органические вещества, принимают участие в пищеварении. И у них еще есть одна особенность. У них есть клеточный рот. Вот, клеточный рот, через который поступают какие-то их питательные вещества, да, которые они поглощают, они попадают в клеточный рот, попадают в клетку, и уже пищеварительная вакуоль их переваривает и расщепляет. Угу. Так, непереваренные остатки будут выводиться через порошицу. Порошица. Вот, то есть то, что нужно, всосалось, а то, что не нужно, вывелось через порошицу. Органы передвижения реснички, они постоянные, они не временные. То же самое таксис. Теперь деление. Если мы сказали, что амеба и эвглена просто делились на двое, то здесь немножко сложнее. Ну, во-первых, они могут просто делиться на двое. Во-вторых, у них еще иногда происходит половой процесс. Конъюгация. Чем половой процесс отличается от размножения? Размножение, в результате размножения количество особей увеличивается. В результате полового процесса количество особей не увеличивается. И значит, у них что происходит? Две инфузории, ну, вот нарисуем их, две инфузории, ну, их, грубо говоря, схематично нарисуем, сближаются. И вот как раз малое ядро тут нам понадобится, которое отвечает за половое размножение. Они вот подходят сюда к периферии, и вот так они обмениваются генетической информацией. Они обменялись генетической информацией и дальше просто разошлись. Вот одна и вторая. Количество их не увеличилось. Как было две, так и осталось. Но из-за того, что генетической информацией они обменялись, они уже не те. Они уже не такие, как были до этого. И никогда такими уже не будут. То есть это приводит к генетическому разнообразию. А потом уже, если им надо увеличиться в количестве, они просто поделятся на двое. Но их потомки уже будут отличаться от вот этих вот предков, которые были до конъюгации. То есть конъюгация нам дает генетическое разнообразие. Это часто про них спрашивают. А про инфузории это все. Теперь посмотрим класс споровики. Итак, споровики, кто к ним относится? Представители класса споровики являются малярийный плазмодий. Малярийный плазмодий вызывает заболевание. Может, напишите мне, я прозвучат. Сейчас я открою. Угу. Малярийный плазмодий вызывает заболевание, из самого названия оно прям напрашивается, может, напишите мне в чате. Какую болезнь будет вызывать малярийный плазмодий? Малярию, да, он вызывает малярию. И поражает он эритроциты. Угу. Переносит малярийный плазмодий комар. Комар он именно определенный, то есть не все комары являются переносчиками малярии. Комар анофилис, они достаточно такие крупные. Так вот, то есть не сам комар именно заражает человека, а малярийный плазмодий, который находится у него в слюне. И когда комар кусает человека, со слюной нам попадает малярийный плазмодий. Это основная информация, которую нужно знать про споровики. Но еще спрашивают часто их цикл развития. В интернете вы можете найти кучу картинок с очень сложными циклами. Это вам не нужно. Вот какую последовательность вам нужно знать. Первое. Комар кусает человека. Человека и со слюной малярийный плазмодий проникает в кровь. То есть дальше он попадает в кровь со слюной комара.
Дальше с кровью малярийный плазмодий переносится в печень. В печени происходит бесполое размножение малярийного плазмодия. Бесполое размножение. Причем вас могут еще это спросить, каким путем? Путем шизогонии. Это значит, что он просто это множественное деление. Просто одна клетка поделится на много одинаковых. Дальше из печени он попадает в эритроциты. С эритроцитами он распространяется уже по всему организму. Далее комар опять кусает, другой уже какой-то комар, может быть даже не зараженный, кусает этого человека, заражается малярийным плазмодием, то есть вместе с, он всасывает кровь у человека, и с кровью к нему уже в кишечник попадает малярийный плазмодий. То есть тут комар заражается. То есть комару как бы тоже не очень хорошо, он на самом деле тоже болеет, когда малярийный плазмодий в нем. И шестое, в организме комара, в комаре, как можете написать, его кишечнике, происходит половое размножение малярийного плазмодия. Половое размножение малярийного плазмодия. Ну и дальше уже этот малярийный плазмодий распространяется по организму комара. И когда этот комар покусит какого-нибудь еще человека, и со слюной снова его заразит. Ну, то есть произойдет самовозражение. И весь цикл начинается заново. Вот, еще раз отмечу. То есть сначала укус комара, сначала он попадает просто в кровь, с кровью уносится в печень, в печени бесполое размножение, из печени попадает в эритроциты, потом снова комар, другой уже заражается, в комаре половое размножение. И вопросы, какие я видела по этому поводу в ЕГЭ? Либо последовательность, нужно будет сопоставить. То есть вам дадут вот эти вот все пункты, которые я вам дала, только нужно в правильном порядке их сопоставить. И второе, где происходит, я просто видела вопрос, где происходит бесполое размножение малярийного плазмодия, где происходит половое размножение малярийного плазмодия. Я уже не помню, как он точно звучал. Но вам нужно было сказать, что бесполое в печени, половое в комаре. Вот так. Я вам просто своим опытом делюсь, потому что я уже много лет наблюдаю за результатами ЕГЭ, уже почти 8 лет. И я задания некоторые просто помню, что они такие были. Даже нигде в интернете их не могу найти, просто мне дети выходили с ЕГЭ и рассказывали. Вот было то-то, то-то, то-то. Так, теперь давайте попробуем с вами потренироваться. Вот посмотрите задание. Так, выберите признаки, относящиеся к простейшим животным. И давайте посмотрим. Прочитайте все варианты и попробуйте ответить мне. Клетка – это целостный организм. Органеллы передвижения временные или постоянные. Эукариотические одноклеточные организмы, прокариотические одноклеточные организмы, многоклеточные, реагируют на изменения окружающей среды с помощью рефлекса. Так, кто-то уже ответил. 1, 2, 3. Давайте посмотрим. Кто-то пишет 1, 2, 4. Ну, давайте посмотрим, что тут такое. Значит, клетка – целостный организм. Да, дело в том, как они одноклеточные, у них клетка – это и есть целый организм. То есть клеточный уровень совпадает с организменным. Это однозначно правильно. Второе. Органеллы передвижения временные или постоянные. Да, у каких организмов имеются временные органы передвижения, органеллы передвижения? Извините.
Извините меня, я чат не вижу. Угу. У амебы, да. У амебы временные. А у кого постоянные? Напишите мне постоянные органы передвижения у каких? Простейших, вы знаете, инфузории, да, эвглены. У эвглены это жгутик, инфузории реснички. Угу. Значит, это точно правильно. Третий пункт. Эукариотические. И у нас тут спорный вопрос возник. Кто-то ответил эукариотические, кто-то ответил прокариотические. Ну, вам нужно знать, чем отличаются эукариоты от прокариотов. Эукариоты и прокариоты. Эукариоты имеют оформленное ядро. Напишем так, имеют ядро. А у прокариот нет ядра. К прокариотам относятся все, относятся только царство бактерий или дробянки. И все. То есть только бактерии. А эукариоты – это животные, царство животные, царство растения, царство грибы. Вот. А простейшие организмы являются одноклеточными животными. И мы действительно видели у них, да, кто-то написал, вот эукариоты имеют ядро. И мы действительно видели, что у них есть ядро. Помните, такое фиолетовое? Я много раз отмечала ваше внимание на том, что это ядро хранит кинетическую информацию. Оно оформленное, обособленное от цитоплазмы. Поэтому это точно правильный ответ будет эукариотический. Прокариотический не подходит, это подошло бы только под бактерии. Вот не путайте простейшие бактерии, они и те одноклеточные, но простейшие являются эукариотами, так как у них есть ядро. А бактерии являются прокариотами, у них нет оформленного ядра. И у них из-за этого уровень организации сразу гораздо ниже. У бактерии будет отдельный вебинар. Дождитесь его, вы про них подробнее узнаете. Ну, и они, конечно же, не многоклеточные организмы. Они реагируют на изменения окружающей среды с помощью рефлексов? Нет. С помощью чего они реагируют на изменения внешней среды? Рефлекс — это когда есть какие-то нервы. Должны быть какие-то нервы. А у них таксис. Помните, много раз вам сказала про таксис, да? Здесь должно было бы быть таксис, а так не подходит. Так, посмотрим следующее задание. Это задание из части С. Проверяет ваше умение анализировать биологическую, графическую информацию. К какому подцарству и типу относят животное, изображенное на рисунке? Давайте сначала вот с этим вопросом разберемся. Какое подцарство и какой тип? Ну, тип — это простейший. Простейшие. А подцарство? Подцарство, царство — это животные, а подцарство — одноклеточные. Это будет подцарство. Вот. Классификация такова. Подцарство — одноклеточные и простейшие. Ну, а если бы еще и класс спросили, то класс — инфузорные. Или там класс саркодовый, если бы они оба нарисовали. Так, это мы ответили. Получили уже один балл. Какой процесс изображен на рисунке и в чем состоит его биологическое значение? Давайте попробуйте сами, напишите мне. Деление надвое. Да, тут процесс... Можно написать процесс размножения в скобочках деления, чтобы наверняка, чтобы удовлетворить любого проверяющего на любой вкус. В чем его биологическое значение? Да, можно так написать. Размножение, да, увеличение численности. Да, можно было так сделать. Процесс деления надвое, значение размножения тоже хорошо звучит. Это будет второй балл.
Теперь посмотрим третий вопрос. Укажите тип деления, который лежит в основе этого процесса. Ну, мы знаем, что эукариотические клетки делятся митозом. Тут вам еще это нужно знать. Деление надвое осуществляется с помощью митоза. У меня был уже вебинар по митозу-мейозу. Можете посмотреть в записях на YouTube. Там тоже я рассказываю, что такое митоз и мейоз. Но митозом делятся обычно не половые клетки. В данном случае здесь был митоз. И за это вы получите 3-й балл. Вот так. Теперь посмотрим следующее задание. К какому подцарству типу относятся животные, изображенные на рисунке? Вот тут давайте уже сами. Какое подцарство и какой тип? Так. Подцарство и тип. Ну да, под буквой. А какой подцарство и тип? А, это вот мой. Одноклеточный и простейший. Да, подцарство одноклеточный, тип простейший. Что изображено буквами А и Б? Угу, Полина, правильно. А, это вакуоль, Б ядро. Вот скажите мне, как, почему мы решили, что именно А вакуоль, а Б ядро? Почему не наоборот? Есть ли у вас предположение? Так, ну, я вам рассказываю, как понять, что от вас именно хотят. Ядро, оно содержит много хромосом, поэтому оно будет более темное, но темное. А сократительное вакуоль, оно содержит жидкость, да, она будет поэтому прозрачная. И, соответственно, у нее плотность ниже, поэтому она будет выглядеть прозрачной. Угу. Поэтому именно А – это вакуоль, а темное – ядро. Ядро всегда рисует темное, то есть не попадитесь на это. И в чем состоит роль данных структур в жизни животного? Для чего нужна сократительная вакуоль у всех простейших? Давайте напишем. И для чего нужно ядро, еще сразу напишите. Кто мне скажет? Вы что, сдаетесь? А, написали. Так, для выведения лишней жидкости, а ядро для хранения наследственной информации. Совершенно верно. Вакуоль нужна для выведения лишней жидкости, сократительная вакуоль, да, важно сказать, а ядро для хранения наследственной информации. Вот давайте посмотрим, что бы еще вас могли на этом рисунке спросить. Они бы еще вот эту штуку могли спросить. Видите, вот это. Это была бы... Они, похоже, уже фагоцитируют. Да. Они фагоцитируют. Процесс вот это написали бы фагоцитоз. А вот эти мелкие с точечками внутри, это уже будут пищеварительные вакуоли. Угу. Еще, кстати, про фагоцитоз часто спрашивают, какая структура клетки принимает участие в фагоцитозе. Тоже обратите на это внимание. Подумайте над этим вопросом, какая структура клетки принимает участие в фагоцитозе. Подробнее об этом я буду говорить уже на других темах. Ну да, уже правильно написала, Полина правильно написала. Плазматическая мембрана. Да, потому что именно она впрячивается. Угу. Так, дальше. Теперь смотрите, простите за такой формат заданий, но это задания, которые были в 2018 году. Я пока не нашла их в нормальном виде нигде на сайте. Вот, вот на 53-е задание посмотрите, остальное не смотрите. Вот читаем задание. Половина сосуда с эвгленами зелеными осветили, половину оставили в темноте. Как изменится поведение эвглен и почему? Какой тип реакции организма проявляется в данном опыте? Почему данный тип реакции нельзя назвать рефлексом? Так, значит, у нас есть сосуд с эвгленами. Ну, наверное, его нарисуем горизонтально. Так, вот сосуд. Я не знаю, кто это рисует.
Остановитесь. Так, и вот тут везде равномерно расположены глены. Один сосуд осветили, посветили на него светом, а другой не стали светить. Что произойдет? Как вы думаете, как поведут себя глены? Тут темно. Они переместятся к освещенному участку, потому что у них есть светочувствительный глазок, и они чувствуют, что там много света. А мы можем фотосинтезировать, почему бы нам туда не поползти и самим не создать себе готовые органические вещества. Так. И как будет называться вот этот процесс? Первый пункт, вы здесь как отвечаете? Вы поясняете, что эвглены переместятся в освещенный участок. Какой тип реакции организма проявляется в данном опыте? Как называется вот этот процесс? Когда они перемещаются, когда они реагируют на внешнюю среду, на изменения внешней среды. Раздражимость, но... конкретнее они хотят от вас услышать именно... Так, сейчас я вас прогоню. Они именно... Лучше сказать именно таксис. Сейчас я вам скажу, почему. Они от вас хотят услышать именно это слово. Потому что вы должны показать, что вы знаете, что простейших раздражимость проявляется именно в виде таксиса. Потому что рефлекс — это тоже вариант раздражимости. Но он более сложный. А сам... Извините, пожалуйста. Моя мама не понимает, как я просто не отвечаю. Так. Ну вот, пишем таксис. Это ваш будет второй балл. И почему данный тип реакции нельзя назвать рефлексом? Потому что там не принимают участие нервные клетки. Рефлекс всегда происходит за счет нервных клеток. Поэтому это все-таки таксис. Вот и все. Так вы получите 3 балла за это задание. И следующее еще задание. Вот. Посмотрим. 40-е. Здесь на рисунке изображено 2 организма. Под номером 1 и под номером 2. И нужно соотнести. Кто такой изображен на рисунке под номером 1 и кто изображен на рисунке под номером 2? Напишите. Так, инфузория под номером 1, а под номером 2, мы их сегодня не разбирали, это водоросль, это хламидомонада. Я вас предупреждала, чтобы вы не путали. Да, хламидомонада лучше. Чтобы вы не путали ее с эвгленой, да, потому что у нее 2 жгутика, а у эвглены 1. Так, значит, это у нас, ну да, ладно, просто это водоросль одноклеточная и одноклеточное животное. Ничего, Алиса, поработаешь с нами, тоже такой станешь. Приходи каждое занятие к нам, каждый вебинар. Ну вот, давайте сделаем. Гетеротрофный способ питания. Гетеротрофный способ питания для кого характерен? Это признак, характерный для животных. Так. Конкретно отличие гетеротрофных организмов от автотрофных я вообще рассказываю на своих занятиях, на курсах. Но если у вас будет большое желание, вы меня все попросите, я вам сниму подробное видео, чем отличаются гетеротрофы от автотрофов. Я вам сейчас коротко скажу, чтобы вы примерно понимали. Гетеротрофы создают органические, питаются готовыми органическими веществами. А автотрофы создают органические вещества за счет энергии света, как делают фототрофы, или за счет разрушения химических связей, как делают хемотрофы. Ну, животные — это мы. Мы питаемся готовыми органическими веществами. Это гетеротрофы. Способны к фагоцитозу, к фотосинтезу, размножаются зооспорами и половой процесс путем конъюгации. Итак, давайте подумаем. Гетеротрофное питание. Пункт 1 или 2? 1. Да, потому что это животное. Способны к фагоцитозу.
Вообще мы с вами сказали, что у амебы вот этот фагоцитоз бывает. Но у простейших некоторые они тоже могут способны иногда поглощать вещества фагоцитоза. То есть у нее хоть и клеточный рот, но все равно она будет ее как бы втягивать, эти организмы. Поэтому фагоцитоз — это будет тоже инфузория. Здесь один. Способность к фотосинтезу. У кого способность к фотосинтезу? Второе. Да, из простейших у нас только эвглена фотосинтезировала. А хламидомонады — это водоросли, это растения, для них это вообще нормально. Размножение зооспорами. Это ждите тему водорослей, я вам там расскажу, как размножаются хламидомонады. Они это делают с помощью водорослей. С помощью зооспор. Это второй пункт. И половой процесс путем конъюгации, это вы уже должны знать. Это делают кто? Инфузории. Да, инфузории, совершенно верно. Так, угу. Ну вот, у меня вопросы на этом закончились. На самом деле, можно еще очень много всяких заданий по этим темам разбирать. И они, вот, может, вы уже обратили внимание, пересекаются с темами способы питания, свойства животных и растений. Это тоже нужно все знать. Подробно все мы это будем прорешивать и разбирать, все детали этой темы, на практикуме, который будет в субботу. Если хотите принимать участие в практикумах, напишите мне, я расскажу вам, как ко мне попасть. И вообще более подробно прям все темы, все задания разбираем у меня в интенсивных группах. Ну, там мы прям вообще очень плотно работаем. И разбираем те самые вот детальки, чтобы ничего у нас не прошло мимо. Поэтому, если хотите принять участие в интенсиве или в практике, вы знаете, где меня найти. Можно в Инстаграме, можно на WhatsApp. Кстати, да, кто еще на WhatsApp ко мне не добавился, в Инстаграме напишите мне, я вас добавлю. Номер телефона просто скиньте, я вас добавлю в группе на WhatsApp. Я была очень рада с вами заниматься. Спасибо вам большое, ребятки. Надеюсь, вам все понравилось, все было понятно. Если вам что-то показалось, что я непонятно объяснила, или ну, просто вам, например, этот момент вы просто не знаете, а я как-то вскользь сказала, напишите мне на WhatsApp. Я вам на WhatsApp это поясню. Спасибо. Я вам на WhatsApp это поясню, и как-нибудь в следующих вебинарах попробую это подробнее вам отобразить. Вот, спасибо, девочки. Спасибо большое. Ну все, давайте, до скорых встреч. Да, каждый четверг мы в это время встречаемся. Пока-пока.